Под занавес сезона Россельхознадзор проверяет посадочный материал, который продают в областном центре. Такие рейды проводят и весной, и осенью. Так, за этот год сотрудники ведомства проверили 3 крупных партии деревьев и кустарников, привезенных в регион из Польши, и 10 партий, которые были привезены из других субъектов России. Не обошлось без нарушений. В этом садовом центре инспектор визуально осматривает растения на пораженность карантинными объектами. Также на каждом саженце должна быть бирка, где указан вид, сорт, производитель и год получения саженца. Кроме того, у продавца обязательно нужно спросить сопроводительную документацию. Покупателям следует иметь как бы в виду и спрашивать у продавцов документы, подтверждающие фитосанитарное состояние посадочного материала, так как с саженцами можно занести к себе на участок карантинные вредные организмы, которые могут вызвать резкое снижение урожайности и даже гибель саженцев и вообще всех растений, которые находятся на территории участка. Да?